В Орловском государственном университете открылась выставка, приуроченная ко дню космонавтики. Организаторам удалось собрать более сотни картин и фотографий о звездах, планетах и бесконечном пространстве Вселенной. Более 50 работ прошли предварительный этап конкурса. Мы со студентами решили организовать такое мероприятие, посвященное Дню космонавтики, так как в этом году исполняется 55 лет с первого полета Гагарина в космос. Мы считаем, что студентам, да и всем людям стоит помнить о таком знаменательном событии. Администрация университета поддержала эту инициативу, как и ряд других студенческих инициатив. Вы видите результаты большой работы, которая была проделана активом центра. Лучшие работы выберут с помощью голосования. Студентам и преподавателям необходимо решить, кому достанутся звездные награды.